Интервью с победителями сборной России. Девчонки, поздравляю вас. Спасибо вам за такой шикарный финал. Меня самого тоже эмоции переполняют. И парни, и вы выиграли. Расскажите, да, о своих эмоциях, что вы чувствуете вообще. Вот как у вас-то все получилось? Благодаря Дашке мы смогли пробиться на первое место. Ну, как бы мы все постарались, мы все волновались, но мы смогли это сделать. Команда как бы победителей, как говорится. Ну, к сожалению, ты потеряла голос. Столько хочется тебе сказать, поэтому за тебя будут отвечать твои подруги. Вот когда Даша выходила на восьмой бой, да, понятно, было 10 очков отставания. Вот вы о чем думали? Думали, что уже проиграли, все, вторая ступень? Проиграли. Мы надеялись на победу, как бы даже если счет был под ноль, мы все равно будем думать то, что мы сможем как бы стараться и добиваться успеха. Ну, все-таки есть возможное. А Лиза Пустая вас не пугала как-то конкретно, потому что все-таки уже там, ну, столько титулов и столько разговоров про нее? Ну, просто я после мира решила как бы дать ей отпор и решила ей доказать, что не только тут она сильная, но и мы все вместе. Не получилось. Сегодня вы победили. Победили еще парни, и парни вам передали поздравления, поэтому тоже давайте поздравим их. Ну, мы хотим все вместе команды поздравить мальчиков с этой победой. Они тоже старались, стремились. Что вы хотите еще добавить? Поздравляю мальчиков. Большие молодцы мальчики. Красавы, да, как говорится. Умницы. Ничего сказать больше. Все, спасибо вам большое, еще раз поздравляю.